в августе 2024-го. На телеканале «Россия-1» состоялась премьера сериала «Дождь на исходе лета». Это картина от режиссера Оксаны Байрак, главные роли в которой исполнили Максим Дрозд, Евгения Крюкова, Антон Батрев, Ирина Ефремова, Петр Рыков, Ася Домская и другие. Сериал расскажет историю трех разных семей, судьбы которых однажды переплетаются. При этом герои понимают, что живут не так, как этого бы хотелось. Оля и ее университетский преподаватель Михаил любили друг друга, а потом расстались и теперь встречаются спустя много лет. Ольга давно вышла замуж за врача Александра. У Михаила жена Людмила. У самого Михаила есть лучший друг Петр. И он на первый взгляд счастливо женат. Со своей женой Ритой. Рита знает, что муж изменяет, но делает вид, что не видит этого. Ведь она очень боится, что сын первоклассника останется без отца. Так случается, что Рита не выдерживает и решает уйти от мужа, но вместо одиночества судьба делает ей волшебный подарок – доброго и заботливого мужчину. По предварительной информации, дата выхода второго сезона сериала «Дождь на исходе лета» может быть назначена на 2025 год. Точная дата выхода будет известна позже. Подписывайтесь на канал и будете в курсе всех событий о любимых сериалах.